Масленица, блинница, весны именинница. Сегодня второй день масленичной недели. Он называется «Заигрыш». Парни и девушки на Руси в этот день знакомились, катались с горок, одели друг другу на блины. В Ульяновске сегодня отведать блинов можно на площади перед киноконцертным комплексом «Современник». Здесь развернутся масленичные гуляния. Для ульяновцев приготовили театрализованную праздничную концертную программу. Конкурс частушек, конкурс «Коса девичья краса», игры, забавы и развлечения. Начало в 16 часов.